Let's talk about fossils. Давайте поговорим об окаменелостях, но не о динозаврах здесь, на Земле, а о галактических. Ученые недавно нашли одну такую окаменелость, которая поможет им понять эволюцию галактик. На расстоянии в 13 миллионов световых лет отсюда находится галактика под названием NGC 4945. В ее центре есть сверхмассивная черная дыра, которая окружена диском газа, излучающим много света, и множеством пыли, блокирующей большую часть этого света. Галактика также находится в фазе эволюции, называемой взрывом звездных рождений, когда много звезд рождается возле ее центра. Используя рентгеновские лучи, телескоп Европейского космического агентства XMM Ньютон недавно обнаружил облако холодного газа в NGC 4945. Газ распространяется на световые годы за пределы центральной части галактики и выходит в межгалактическое пространство. В изучении этого объекта также помогла и рентгеновская обсерватория НАСА Чандра, рассматривая отдельные яркие источники рентгеновского излучения внутри этого облака. Ученые считают, что область холодного газа является свидетельством извержения из черной дыры, произошедшего около 5 миллионов лет назад. Это извержение могло вызвать в галактике всплеск звездной активности. Изучение изменений в галактиках сложно, потому что они происходят на таких долгих временных шкалах. Но исследуя множество примеров, ученые могут собрать воедино процесс эволюции галактик, подобных как NGC 4945, так и нашей.